بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. تبودني إن شاء الله يا ختيل فام براسكاجات يا رزيسنيت очень важную тему. Мы всегда употребляем термин салаф, салафизм, салафитов, салафитский метод. И часто тоже употребляем термин ахли сунна, приверженцы сунни, единой общины, приверженцы сунни и согласие ахли сунна вальджамаа. Мы часто употребляем термин «Ахлю аль-Хадис», «Приверженцы Хадиса», «Хадиса Веди». Сегодня как раз для нас всех нужно узнать, чем характеризуется «Ахли Сунна» или «Ахлю Салаф». В чем отличаемся? Я предпочитал вам рассказать об этом, потому что часто ребята спрашивают, говорят, какая разница между исламом и между Ахли Сунна. И даже такой вопрос был, что Ахли Сунна в чем отличается от других мусульман, которые находятся в исламе. Поэтому и мне понравился вопрос, задавший сегодня наш брат шейху, когда сказал, есть правила или несколько правил, которые можете нам рассказать, чтобы мы могли различить, что именно халяль, что харам, что можно продавать и нельзя продавать. Это он задал вопрос касательно купли-продажи одежды и так далее. И очень важно для соискателя, как мы, студентов, как мы, знать именно правила. Когда человек узнает правила или принцип, отдохнет. Большинство случаев не будет для него необходимости и для тонкости. Все, общие правила, на нее бисмилля, потому что наша жизнь даже, вся наша жизнь, может быть, не хватило бы, чтобы изучать все детали шариата. Поэтому лучше, чтобы мы изучали правила. Это правило, которое она озвучит от меня, это то же самое, которое я назвал в начале этой лекции, назвал, чем характеризуется, в чем отличается Ахли Сунна от других. Мы все согласны, что любой человек говорит «Ла Илляха Илляллах, Мухаммад Расулуллах» и признает основы имана, он муслим, мусульманин. Любой человек признают «Ла Илляха Илляллах, Мухаммад Расулуллах» и основы веры, он не отрицает ни одной из них, он мусульманин. Верит в Аллах, что он един, единственный, ему нужно поклоняться и так далее. Вера в ангелах, вера в судный день, вера в предопределение, это мусульманин. Тогда, если мы все мусульмане, почему мы постоянно говорим, что мы являемся Ахлю Сунна валь Джамаа? Или по-другому, иногда более конкретный термин, говорим Ахлю Салаф или Салафити. В чем это отличается? Важность
этого вопроса заключается в том, что вокруг нас сотни течений говорит, я мусульманин, он мусульманин, тот мусульманин, третий мусульманин. Ну даже до такой уровень, когда стоим в намаз, отличаемся. Когда мы прекрасно знаем, мне всегда понравилась поговорка в Азербайджане. Всегда они сказали, Аллах же один, Коран же один, пророк же один, а почему мы разные? Логичный вопрос. И Библия еще один, одна. Логичный вопрос, на самом деле. Мы, когда говорим Ахлю Сунна валь Джамаа, представьте, Расулуллах саллям умер. Расулуллах саллям умер. Это очень важно. Понимать, после Расулуллах саллям, все они придерживались ислама. При жизни сподвижников появились уже потихонечку, начали появляться как основная речка, скажем так, основная река, и где слабые места направо и налево выходят речки маленькие, без контроля. Уже течение называется, не так? Не так? Называется течение. Но основная река идет. Это сподвижники, это ученики Расулуллаха. Эти маленькие речки, которые направо или налево, они тоже себя называли «ми мусульмани». Они тоже не отказались от ислама. Они сказали «ми верим в Аллах, верим в Расулуллах, верим в ангелах, верим, 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 ми мусульмани». В этот момент Ахли Сунна, то есть это главный вот этот река, они старались закрывать вот эти течения. Удалось много времени, альхамдулилла. Как вы прекрасно знаете историю, когда Ибн Аббас смог спасать почти 8 тысяч хариджитов и вернуть их к основному реку. Значит, Ахли Сунна, то есть сподвижники, старались закрывать такие течения. И всегда они охраняли вот это два, как называется, два берега, чтобы там стенка была сильная, плотная. Всегда охраняли. Поэтому я хотел, чтобы вы обратили внимание. Война против ислама, не как и много думают, это только изнаружи. Возьмите любое государство. Любое государство возьмите в настоящее время. Прежде чем имеют армию, они имеют охранительные органы. Охранительные органы это для войны, внутренняя война. Против преступников, против коррупции, против контрабанды. Это все война же. Это если только проспать, закрывать глаза о контрабанде, твоя умма или твоя страна в течение нескольких лет уже все. Все они будут наркоманы, все они спят и мертвы. Значит, внутренняя борьба любой страны, любого государства бывает сильнее и ожесточеннее, чем наружная. Враг не постоянно на тебя нападает. Но внутренний враг постоянно есть. И ты не можешь его просто уничтожать. Потому что это фактически или твой брат, или твой родственник, или твой сосед. А что ты делаешь? Ну, это называется борьба. Вот это внутреннее справление, внутренняя поддержка, внутренняя война, внутренняя, как сказать, порядок, соблюдать внутренний порядок, это Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям вкратце сказал «Аля инна хайру л-калами каламу Аллах, ва хайру л-худа хадью Мухаммадин». Саллаллаху алейхи ва саллям.
Смотрите, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Вот это последняя фраза нам нужна. Самый наихудший действие в религии – это нововведение, касающееся религии. Вот именно подвижники, они постоянно воевали со сторонниками вот это новшество, нововведение. Потому что если отпустить ее, точно она уже будет река, речка будет. Постоянно они соблюдали порядок, чтобы река текла подальше, не пустив таких. Значит, от этого что выходит? Выходит, когда мы говорим «Ахлю сунна», значит, наша борьба в основном внутренняя. Наше соблюдение порядок внутренний. Я фактически, вот как ты видишь, одеваю джилбаб, дишдаша. Не могу бежать за определенные недостатков. У нашего брата семья, у нашего брата наука, у третьего торговля. Массы населения таким образом. Кто может быть солдатом? Это один из ста. Не так? А массовая, как называется, численно подавляющее большинство народа, это они внутренние. Кушает, спит, работает, не так, женится, разговаривает, общается и так далее. Он не сидит на границах. Сидит на границах определенных людей. И постоянное вторжение не бывает. Если ты заключаешь мирные договора с соседними государствами, все, только рутина остается. Только рутинский. Ты просто сидишь, разговариваешь и все. А в основном население, которое здесь внутри. Вот и смотри, если мы будем оставлять население думать, как хотят, размышлять, как хотят, выдумывать новые действия и новые, как называется, работы и поведение, это ислам в течение 50-60 лет уже не узнаешь. Поэтому мы говорим «Ахлю сунна», то есть мы сторонники сунну. Мы придерживаемся только за сунну. Мы не, автоматически уже понятно, мы не допускаем бид'а. Автоматически уже понятно, раз ты держишь сунну, а чья сунна? Сунна Расулла саллям. Сунна Расулла саллям. Кому он доверял? Кому он отдавал? رسول الله صلى الله عليه وسلم ني писали для нас بخاري и مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ني имел, ни писать, ни читать. Он не взял ручку и написали, что когда намерение делаете так, когда намаз делаете, не писал. Он это устно все преподавал кому? Сподвижники. Эти сподвижники, когда رسول الله صلى الله عليه وسلم умер, они были почти 120 тысяч человек. 120 тысяч человек, которые приехали и его видели, и читали за ним намаз при Арафате, и на последний прощальный хадж, это 120 тысяч человек были. Сами ученые среди них, можно читать их почти 300 человек, ученые сподвижников. Сами крупнейшие среди них можно читать 30. Но этот масса, смотрите, вот эти сподвижники, они все именно соблюдали, как сказать, миссию Расулла саллям, что Расулла саллям им доверяли, они таким образом и держали. Поэтому Расулла саллям их хвалил везде. Кроме восхваления, кроме того, как бахвал их Аллах Субхану Та'аля, я говорю Расул Аллах Субхану Та'аля. Один из этих бахвальных
изречение Расулла Сасалям в адресе сподвижников. Сказал, ля тасубу асхаби. Не ругайте моих сподвижников. Валлади нафси бияди. Клянусь тем, которым моя душа в его ладони. Если кто-нибудь будет тратить ради Аллаха, будет расходовать ради Аллаха количество золота, бадоби, гора Ухуд, это не будет сравниваться с тем, с мои сподвижники расходовали ради Аллаха бадоби пригоршни. Не будет. То есть, если у тебя рис или хурма, кто-нибудь пришел и попросил, помоги, кушать я хочу. Ты взял вот такой рис и давал ему. Расулла Сасалям говорит, если не сегодня у нас ровно на гора Ухуд будет золото, будем это давать ради Аллаха на джихад или на строительство мечети, или на печати книги, или на окормление бедняков, или не знаю что. Это не будет сравнимо, не будет. Столько ты тратил золота еще. Не будет сравнимо с тем пригрешным, который сподвижники давали ради Аллаха. Не сравнивается. Почему? Почему это много значит? Это сначала потому, что они весь мир были против них. Весь мир. Они единственные были, которые поддерживались за Расулла Сасалям, уверовали в нем, помогли Расулла Сасалям. И это, которое они давали, это все, что у них было. Как Абу Бакр Саддик, я уверен, вы об этом слушали, ради Аллаху Анху, когда Расулла Сасалям совершает хиджру, Расулла Сасалям не упоминается здесь хиджра, когда Расулла Сасалям просто стимулирует людей, чтобы они давали садака. Абу Бакр пошел и принес кое-что. И Умар принес что-то. А Умар как раз постоянно ждет моменты, чтобы смог обередить Абу Бакра. Побольше что-то делать. Смотри, как люди соревновались. Мы как сегодня. Мы по-другому. У тебя машина, я постараюсь Lexus взять лучше, чем твоя. Так, таким образом, это реально, Сихуани. Я не говорю фантазию, это реально. Может быть, не о нас, но в которой я живу, в которой вы живете. Тебе одна комнатная, я постараюсь двухкомнатная. Поняли? Тебе один изданий, 10-этажный. Соседы стараются 20-этажный. Сравнение в чем? В этой жизни. А Абу Бакр и Умар, сподвижники, они соревнования у них было именно ради Аллаха. Расулла Сасалям спрашивает как раз Абу Умар, что ты оставил для твоей семьи? Он сказал, я Расулла оставил я столько же. То есть половину он имущества взял, его сбережений, сколько у него было, половина взял для Расулла Сасалям. А он спрашивает Абу Бакра, что ты оставили, Абу Бакр? Он сказал, я оставил для них Аллаха и Расулуллаха. То есть он ничего, золото, серебро, имущество не оставили. Все принес, сказал, почему я должен что-то оставлять? Аллах же есть, и Расулуллах салям же есть. Набиться на кого? На Аллах. От голода не умрем. Взял, потому что он это кому дает? В основном кому дает? Дает Аллаху. Аллах же говорит, «Ман юкриду Аллаха кардан хасана». И кто дает займа для Аллаха? Аллах это возмещает его на столько раз, которые только Аллах знает. Понимаете? Я не хотим далеко идти от этого. Значит, Расулла Сасалям умер, и у него сподвижники были 120 тысяч человек. Расулла Сасалям их хвалит много в Коране, в Сунна. Очень много изречений. Как мы только что сказали, не порицайте
моих сподвижников, не понищайте моих сподвижников, не ругайте моих сподвижников. Еще, что он говорит? Говорит, моя ишминкум, фасайрах тиляфан кафира. Кто среди вас дольше, долго будет жить, он увидит разно, много разногласий. Тогда что, я Расулуллах? Фаалейкум бисуннати, тогда держитесь за мою сунну. Не только так. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. И держитесь за сунну, который придерживался за нее четыре праведных халифа. Потому что они не отклонились от сунны Расулла саллаллаху. Были другие во время этих четырех халифов, другие новые действия, новые системы. Тогда нужно решение. Решение это давали один из четырех праведных халифов в зависимости от понятия Коран и Сунны. Значит, их новое решение обосновано на Коран и Сунна. Поэтому мы говорим, мы Ахли Сунна. Это в первую очередь мы придерживаемся за Сунну Расулла саллям. Читайте. А Сунну Расулла саллям, он оставил мне ее в бисменном виде? Не оставили для меня в бисменном виде. Каким образом он оставил учение, миссия Расулла саллям, каким образом она передавалась мне? Через сподвижников. А, значит, и второй. Я придерживаюсь за сподвижников, потому что если я буду обвинять сподвижников, что они были лицемеры, или они были ненадежными, или они были нехорошими, или они испорчены, тогда миссия Расулла саллям порвалась до меня. Не так? Они мое посредство. Они посредники. Они передатчики. Они мне передавали миссию и учение Расулла саллям. Понятно это, братья? Мафхум? Значит, второй, когда я говорю, что я ахлю сунна, значит, первый, я держусь в основном за сунну Расулла саллям через его сподвижников. Потому что сподвижники – это непосредственно его ученики, которые он доверял. Как Расулла саллям говорит, вы, сподвижникам говорит, вы, моя удель из всех населений, из всех человечества, и я вас удель. То есть для вас другой Мухаммад не будет, и для Мухаммеда других сподвижников не будет. Мы уже у Аллаха приписаны, что Мухаммад, вот это его друзья, вот это его родственники, вот это его, как называется, кто женится от него, и у кого он женится, асаруху ва ансаруху. Других нету. То, значит, вы неизбежны от меня. Аллах Субхану ва Тааля приписал, что вы мои сподвижники. А когда мы говорим слово сподвижник, что подразумеваем? Что не можем подразумевать? Третий. Просто не забывайте. Третий. Как? Я вам скажу. Сподвижник это как хавариин. Это то есть постоянный человек, который рядом тебя любит, тебя уважает, старается только что ты говоришь, он распространяет. Когда о тебе плохо, сразу нервничает, нет, ты не прав, потому что ты уже на него влиял. Поэтому наши ученые давали определение, кто является сподвижником. Давали определение. Сказали, это тот, кто увидел Расулла саллям своими глазами, даже на один час, даже если на один час, уверовал в его миссию и умер на это. Три условия. А если человек видел Расулла саллям, но умер кафир, является сподвижником? Нет, потому что он ненавидит его. Значит, и слово сподвижник, когда скажешь, это тот человек, который уверовал, и любил, и видел, и защищал, и так далее.
Это называется сподвижником. Еще раз. Значит, три условия ученые сказали. Это тот, кто увидел Расулла Саллам своими глазами. А если Абдуллах ибн Мактум не видел, а присутствовал, слышал, трогал, не так? Видел Расулла Саллам, значит, когда мы говорим видим, это в общем смысле. Видел Расулла Саллам, верил и умер. А есть некоторые, которые верили, потом отказались. Есть 2-3. Это уже не читается с подвижником. Есть люди, которые в Медине видели, уверовали по внешнему, видно, что они молятся, то другой. А? По-нашему, внешнее зрение и так далее, они тоже умерли мусульманами. Нет, они не являются сподвижники. Это почему? Потому что изнутри они не уверовали в Расулла Саллам. Это называется лицемерие. Это тоже на пальцах Расулла Саллам, Джибраиль всех по имена, имя, фамилия, их всех прочитал для Расулла Саллам. И Расулла Саллам всех, Хузайф ибн Яман, он тоже читал. Поэтому Умар ибн Хаттаб старался, сколько раз старался, я Хузайф, я тебя прошу, скажи, мое имя там в этом списке, в черном списке было? Он говорит, нет, ну клянусь Аллахом, никому я не скажу после тебя. Это Расулла Саллам доверял, это секретарь Расуллаха. Не пресс-секретарь, это как называется? Сир. Поэтому это чем характеризуется Ахли Сунна? Уже три я читал. Когда мы говорим, значит, первый мы придерживаемся за Сунна Расулла. Во-вторых, это через сподвижников. Сподвижник, как мы определили. Третий характеристика Ахли Сунна. Третий, мы Коран и Сунну, как передавали нам сподвижники, и таким образом мы их понимаем, как они и поняли. То есть сподвижники для меня не только как любой перерассказчик по дороге передали слово и ушел. Нет. Сподвижники для меня, он передал вот эту цепочку. Передали слова Расулла Саллам. И именно на основании его понятий я буду понимать и буду практиковать эту действую или это изречение, которое он передал. Почему? Здесь важен вопрос. Почему именно мне нужен понятие сподвижника? Расулла Саллам, Аллах в Коране, это как уже я говорю, почему именно мы должны следить за понятием сподвижников? И хватит, что сподвижник мне говорит, что Расулла Саллам читал намаз таким образом. Не хватит? Я вам скажу. В Коране Аллах сказал, что пророк послан для всего мира, для всех человечества. Не так? И значит, и хватит переводить его слова, или как араб понимать его слова, и все действовать. В Коране так написано. Не так? Я говорю, правильно. Это в Коране так написано, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Мы тебя послали в качестве милости для всего человечества. Но это характеристика Расулла Саллам. А как извлечь этот милость от Расулла Саллам? Способ. Он на самом деле милость для нас. А как этот милость достать? Способ. Каким образом это взять? Расулла Саллам, Аллах послал ему откровение, вот Коран. Расулла Саллам выполнял разные действия. Женитьба, джихад, учение, ахлаг, то другое и так далее. Но есть такие действия, которые он сам лично не смог делать. Воевать один, быть командиром и быть солдатом невозможно. Значит, для Расулла Саллам должны быть подчиненные. Это сподвижники. Когда кушать, кто-то должен ошибаться, чтобы Расулла Саллам его исправил. Не так? Это практическая сторона называется. Расулла Саллам, это Коран, это теория. Речь Расулла Саллам, это теория. А практика, общество, и класс,
аудитория. Это кто? Сподвижники. Расулла Сасалям преподают кому? Им преподают. А если они поняли по-другому, он исправил. И значит, вот это нужно нам. Расулла Сасалям донес этот мысль для них, и они поняли. И значит, нам нужно это понять, которое они поняли. Потому что Расулла Сасалям умер доволен на них. Доволен. И значит, доволен на их поведении, а внешнее поведение у человека не будет, если неправильное понятие у тебя есть. Доказательство тому, что мы говорим. Ади ибн Хатим, христианин был, принял ислам. Ади ибн Хатим. Когда Аллах Субхану ва Тааля, он кто-то передал издалека, что в месяц Рамазан Аллах говорит: «Вакулу вашрабу, хатта ятабайяна лакуму лхайту лабьяду мина лхайту лаасвад». Кушайте до того, как будет вам ясно различить белые от черных нитками. Издалека, он не видел сподвижников. Передали этот, Аллах Субхану ва Тааля не спаслал вот этот ая, он уже держит. Утром кушает, кушает, сухур. Кушает утром, утром у него две, как сказать, икал такие. Один черный, один белый. И смотрит, пока оба черные кушают. Кушает, пока оба черные. Темно, нет свет, нету, не кушает. Уже солнце вышло, тогда он различил. Когда передал Расулла Сасалям, он сказал ему: «Я Али». Аллах Субхану Та'аля говорит: «Мин аль-фаджри». То есть две эти нити касаются горизонта. «Мин аль-фаджри». От рассвета. Не касаются твоей одежды. Касается. Значит, Расулла Сасалям исправлял его. И таким образом Расулла Сасалям исправляли много вещей. Вот этот баняти, как они поняли. Мы должны понимать религию, как они поняли. Почему? Понятие религия в двух значениях понимается, чтобы я не забыл. Это понимается, как понимать идеологию. Это фактически идеология не видна. Это только слова, только вера. И как понимать шариа? Шариа это видно. Пример, который я только что вам рассказывал, это касался шариат, то есть внешний. Поведение. А что касается идеологии, вера, акиду, это скрытая вещь. Вот именно здесь мы имеем контекст. Как называется? Ударение на это вставляем. То есть я понимаю ислам в скобках. Идеология ислама именно вот это основной, как поняли их сподвижники. Потому что шариа, то есть как намаз Расулла Сасалям сделал, как пост, как джихад и так далее, это действие и так есть. Это действие как, так и так есть. А основной я должен понимать акида, как поняли сахабы. Потому что акида не действие. Это убеждение. Это слова. Объясняющие это убеждение объясняется словами. Значит, я буду придерживаться, когда мы говорим, мы ахли сунна, придерживаемся за сунну Расулла Сасалям. И здесь контекст не только сунна, внешняя сунна, основной внутренняя сунна. Какая внутренняя сунна? Акида. Во-вторых, этот акида и шариа в основном. Общий, ну, именно ударение я имею в виду здесь на акида. Я это беру от сахабата, понимаю ее как сахабат, как сподвижники. Ты, как мусульманин, говоришь, я являюсь ахли сунна, это ты сократил целую книгу в двух словах. Ты не хочешь сидеть перед кем-то, и объяснить ему, потому что идеология так, я верю так, потому что сподвижники так, я верю так. Это долго. Ты уже берешь, как сказать, название.
Название «Я в Ахлю Сунна». То есть я придерживаюсь именно акида Расулла Саллам, как это передали мне сподвижники, как это поняли сподвижники. Понятно? И вся проблема в этом. Вся проблема в этом. Вся проблема в этом. Другие течения, которые уже ушли от этого, может называться Ахлю Сунна. Вот наш брат, у него там в Киеве, люди, которые за слово, за название Ахлю Сунна, он может умирать. Хабашит. Он может умирать, если ты скажешь ему, ты не Ахлю Сунна. Он может сразу тебя ударить или застрелить. Ты что? Как ты меня вытащил из Ахлю Сунна? Я настоящий Ахлю Сунна. А? Значит, проблема после этого не только в названии. Проблема уже в реальности, в детстве. Или я иногда слушаю приемник и так далее, и кассеты. Рафиба, шиа, тоже говорит, и этот вещь сделал сахаба такой-такой. И мы этот сунна передал сахаба такие-такие. И для обыкновенного человека, который не знает суть дела, скажет, Субханаллах, шиа тоже придерживается за сподвижники. Вот он, Ахли Сунна. Одну вещь, это просто, между прочим, я рассказываю. Сахаба, сподвижник у Ахли Сунна, это тот, который видел Расулла Сасалам, даже если на один час уверован в миссию Расулла Сасалам и умер на этом основании, это уже является сподвижником у нас. Сподвижник у шиа не такой. Сподвижник у шиа должен быть, который постоянно рядом с Расуллом Саллям был. Постоянно. То есть один час, два, три, десять, это не читается. Большинство его жизни. Потом иногда они нас путают. Говорят, смотри, Абдуллах ибн Саба, Абдуллах ибн Салюль, тоже сахаба. Не так? На основании их неопределения, просто видели. Долго видели. Абдуллах ибн Салюль видел долго Расулла Саллам. Вот он сахаба. Они стараются путать нас. Мы говорим, нет, не уверовал он, поэтому нельзя его читать сахаба. Сахаба на арабском языке может быть, так понимается. Но сахаба как термин по шариату, это тот человек, который уверовал, любил, защитил и умер на этом основании. Значит, лицемеры не будут читаться сподвижником. Если мы читаем, будем читать лицемеры сподвижниками, значит, Абу Лахаб и Абу Джахаль тоже сподвижниками были. Видели Расулла Саллам и все, конец. Нет. Поэтому, когда мы говорим Ахлю Сунна, значит мы придерживаемся за сунну Расулла Саллам. Понимаем эту сунну и берем эту сунну от кого? От сподвижников. Закончилась проблема? Нет, я говорю, проблема начинается. Сейчас наш брат держит бороду. Если просто обыкновенный пример. Или когда молится, держит правой руки на левой руке. Итак, это что касается шариа, что касается акида. Он говорит, что Аллах наверху. А? Отличие его от другого человека относит себя к Ахли Сунна, но он на самом деле Ахли Бид'а. Как различить? Скажем ему, мой дорогой, откуда у тебя основание, что Аллах наверху? Может быть, Аллах везде? А? Он скажет, потому что у меня хадис достоверный у имама Муслима, у имама Малик фил Муватта и у других, что Муавия ибн аль-Хакам ас-Сальми, у него была рабина, девчонка. Она смотрела за
барашки. Он пошел однажды проверять, что случилось там, что у него дела, как дела. Видели, что оказалось волк, прихватила одну барашку, увезла, исчезла. Сердился, как любой. Человек ударил ее по лицу. По лицу. Потом он, ему стало плохо, поскольку он мусульманин, знает, что это лицо очень почтительный у Аллаха, нельзя ударить даже животное по лицу. Он обратился к Расулу саллям за выкуп. То есть, чтобы Расулу саллям показал ему дорогу, как искупать этот грех. Расулу саллям сказал ему: «Я Расулу, хочу ее освободить из рабства, ради того, чтобы Аллах меня простил». Сказал: «Нет, не делай, позови ее». Это наш брат рассказывает, как в Сахих Муслим и имам Мали. Он пригласил ее, сказал ей: «Где Аллах?» Сказала: «Наверху». «А кто я?» Сказала: «Ты Расулуллах». Сказал: «Тогда освобождай ее, она верующая, она муминка». Значит, наш брат, эта его вера, эта идеология на самом деле обоснованная на сунне. Потому что сам Расулла Сассалам проверял эту девчонку. Потом сам Расулла Сассалам сказал: «Да, она верующая», несмотря только два вопроса он задал. Не так? А спросим другого, который тоже себя выдает, не только мусульманин, ахли сунна еще. Поэтому я сказал, проблема отсюда и начинается. И много из нас будет обманываться от названий, что я ахли сунна. Не хватит. Ахли сунна держит в себе акида, идеология есть, и шариа есть, и способ, методология, как это учиться, как это все взять. Спросим другого: «Айн Аллах?» Сразу скажет тебе: «Кафир», потому что нельзя задать про Аллах слово «Айна», «Где?». Потому что слово «где» это показывает на местность. А если ты задаешь это про Аллах, ты уже веришь, что Аллах в каком-то месте. Ограничивающее место. Это они так говорят. И это, который себя выдает тоже за Ахли Сунна. Все, что он сказал до сих пор, ни одного слова от хадиса. Все умозаключение. Значит, сразу у нас возникает, раз ты говоришь, я являюсь Ахли Сунна, значит, ты придерживаешься за слова Расулла Саллям, несмотря, это совпадается с изречением кем-то или кого-то. Знаешь, что это значит? А значит, Расулла Саллям говорит: «Иза бакия нисфу лейли л-ахир» или «Сульфу лейли л-ахир», когда остается одна последняя, одна третья часть ночи, Аллах Субхану Та'ала спускается до первой неба и говорит: «И кто просит о прощении, я прощаю. Кто просит о покаянии, я его отдаю, принимаю до того, как светится уже рассвет». Это наш брат говорит: «Я Ахли Сунна, поэтому мою идеологию совпадает с Ахли Сунна». Сподвижники слышали этот хадис, никто из них не сказал как. Все они сидели, сказали: «Альхамдулилла, значит, это Аллах приближается к нам». Никто из них не думал, каким образом приближается. То есть они принимали слова Расулла саллям, как тебе сказать, как мы говорим, я мусульманин, то есть издающийся я. То есть я принимаю без никаких оговорок. Бакараюсь. А спросим другого, который тоже себя выдает за Ахли Сунна, скажем: «Есть такой хадис, это хадис достоверный еще, как Бухари и Муслим и остальные. Это передали нас, на наш, этот предание передали сподвижники». Он скажет: «Нет, дорогой,
может быть, это хадис правильный, но это понимается совсем по-другому. Слушаем, как он понимает. Скажет, сначала этот хадис не так, как есть, он понимается. А как понимается? Понимает, он говорит сначала, что Аллах спустился, это нельзя. Потому что спускание – это движение созданного, творения, созданием, не двигается. То есть он в первую очередь уже подчеркнул, уже отрицал, что Аллах делает, что хочет. Понимаете, что? Аллах что захочет, тот и делает. Тогда был один спор был перед одним правителем мусульманским аббаситом. Шейх Ахли Сунна и шейх Муътазила. Этот правитель спрашивает шейха Ахли Сунна. Если я не забыл, это Исхак ибн Рахавих был. Аллаху алам. Если не забыл. Исхак. Говорит ему, я имам. Аллах разве спустится до первого неба? Сказали ему, мой имам, уже ученый, объясняет правителю. Говорит ему, мой имам, Аллах же говорит, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. И Аллах приходил, и ангелы вокруг него рядами, рядами. В рядах. Рядами. Он говорит, это правитель, говорит тому шейху, я шейх, это в день Йом аль-Кияма. Говорит ему, если Аллах в Йом аль-Кияма приходит, а что ему запрещать и сейчас спускаться? Наша проблема в том, что те люди поняли сущность Аллаха, как понимают друг друга. Аллах спускается, как захочет. Как ему угодно. Каким образом только ему. Только он знает. А как он приходит? Однажды. И поэтому тот человек, который себя выдает за Ахли Сунна, скажет сначала, вот это спускаться, то другой, это движение для человечества, для зданий. Для творения. А? Это не принимается для создателя. В первую очередь он что? Отрицал уже атрибуты Аллаха. Это один из атрибутов. Не так? Аллах любит. Второй, как он будет отрицать эту сунну? Скажет, я ахи, смотрите. Скажет, я ахи, ты представь, мы находимся здесь уже третья часть ночи. Значит, Аллах спустился. Отсюда уходит ночь, идет в Америке. Не так? Значит, Аллах там спустится. Что? Они так, Аллахи, они так об Аллахе обсуждают. Что у Аллаха нет дела только подняться и спускаться? Этот человек уже не Ахли Сунна, хоть он себя говорит Ахли Сунна, потому что этот изречение, этот хадис, кто произносил? Расулуллах саллям. Кто его слышал? Сподвижники. Кто-нибудь из этих сподвижников смог отрицать этого? И смог выдумывать разным способом, чтобы аннулировать этого хадиса? Не наоборот, на протяжении стольких веков они передавали нам это. В книгах написано, Бухари и Муслим, Бухари оставляли своего города после 30 лет, пошел весь мир проверять и собирать хадисы. Все это на зря? Собрали этот хадис. Субханаллах. Это потому что, как я вам говорю, человек, который говорит о себе, я являюсь Ахли Сунна, значит я придерживаюсь буквально за Ахли Сунна. За всю сунна Расулла Саллям, в первую очередь за акида. Вот, значит, это четвертый, что нас отличает от других. Четвертый, что нас отличает от других, что наша идеология именно понимается
именно берется идеология без никаких оговорок, без никаких умозаключений. Расулла Сассалям говорит, что Аллах спускается, значит и спускается. Как? Не имею права. Потому что как это мне не дано. Если ты хочешь, чтобы я тебе ответил, как он спускается, ты мне скажи, как он сам. Не так? Если ребенок, пятилетний ребенок, мы скажем ему, как кошка может кусать, который не видел в жизни кошку. Кусат – это же определенный глагол, который выполняется сущностью, какой-то созданием. Не так? Она будет начинать думать, на что она видела. Видела собаку, она будет сказать, как собака. Будет сказать, а кусает, как, допустим, как это, то другое. Пока она не увидит саму кошку, она не может, или он не может, этот ребенок не может описать, не может описывать тебе глагол вот это, как кусает. То же самое, мы так и говорим. Ты хочешь, чтобы я тебе объяснил, как Аллах спускается, как Аллах смеется, как Аллах говорит, как Аллах любит, как Аллах ненавидит. А? Тогда мне скажи, как он сам, я тебе скажу. А это нам не дано. Это нам не дано. Не бри наши возможности и силы. Даже в йом аль-кияма не увидим Аллаха Субханаху ва Тааля из всех сторон. Только видим одна сторона его лица. И поэтому ты представь, когда ты о себе говоришь, я являюсь Ахли Сунна. В том числе ты уже признавали, что ты салаф. Потому что придерживаешься именно понятия Коран и Сунна на понятие кого? Сподвижники. Вот этот скобки, ты понимаешь идеология Ахли Сунна на основании понятия Сахаба, это значит ты салаф. Хоть ты отрицаешь, что ты салаф. Если ты говоришь, я это беру именно от сподвижников, значит ты уже Ахлюль Хадис. Потому что единственная методология знать, что это достоверно или недостоверно, это только методология Ахлюль Хадис. Значит, ты, когда говоришь, я салаф, типа ты сказал то же, что ты Ахлюль Хадис, ты Ахлюль Сунна. Если ты говоришь, я Ахлюль Хадис, то же самое в себя включает, что ты салаф и ты Ахлюль Сунна. Если ты скажешь Ахлюль Сунна, значит, ты держишься за Сунну, за акида Расуллах, за шариа Расуллах, и для тебя в этом плане, примере, сподвижника, потому что они передатчики тебе этот науку, и ты веришь в сунну, как они верили. И ты понимаешь сунну, как они понимали. Это уже четыре характеристики на сегодня дне мы успели вам рассказывать. Я надеюсь, что это было доступно, понятно. Если есть какой-нибудь вопрос по этой теме, пожалуйста. А у меня вопрос, как определяет человек, когда входит в терапию? Каким определенным качеством мы можем его сказать, что он терапия? То есть, например, есть человек, который следует сумме, есть его некоторые достаточно. Если по незнанию или по ошибке, ты не можешь человека даже из ислам вывести его. Ошибки и неграмотность, и незнание и так далее, ты не можешь давать хукм. То есть даже человек, мусульманин, какой-нибудь выражений или какой-нибудь действий, который кафирский выражений или действий, ты не можешь сказать, что ты стал не мусульманином, потому что ты так и делал. Если он ошибается, если это ему кажется, если он неграмотный. То же самое, если человек, допустим, ученый, салаф. Ученый, скажем. Это, если он ученый, это не значит, он всесторонний знающий. Или безошибочный. Нет. Даже ученые ошибаются. Но если он берет какой-нибудь идеологию испорченных других течений
и начинает ее защищать, не принимая доказательства, которые уничтожают это нововведение, это уже такой человек уже становится, даже если он ученый и себя выдает за Ахлю Салаф и так далее, уже становится бедатчик. Уже будет Ахлю Беда. Сторонник нововведения. Но для этого надо доказать. Бывает, что человек ошибается просто. Ошибается. Как, допустим, до этого мы упоминали. Много-много есть в истории. Возьми имам Ибн Хаджар, например. Автор книги Фатхуль Бари. Фабиснини, Разиснини, Сахих Аль-Бухари. Один из величайших ученых Ахли Сунна. Салаф. И он в своей книге защитил именно акида Ахли Сунна. Вот это, которое только что мы упоминали, что Аллах спускается, Аллах где и так далее. Он это защитил. Сказал, это акида Тус-Салаф. Нельзя там задавать вопросы, как. Если хадис достоверный, значит все достоверный. А? Еще его труд. Объяснение именно, он хадисовед, хадисовед. Именно он объясняет Бухари и остальные и так далее. В другие места он склоняется немножко. Делает тауиль. Но наши ученые сказали, все равно он Ахли Сунна, все равно он Салаф, потому что он не защитил тот сторону, наоборот. Наоборот, он порицал. Порицал он и мнение других течений. И придерживался, несмотря ошибался он. В эти моменты, несколько таких моментов он ошибался. Но это не вывести его из рамках Ахлю Сунна и Ас-Салаф. А где он ошибся? Есть у него ошибся, да.